это я. Так и простудиться можно. Красиво. Сейчас все объясню. Привет вам. Ну и что ты приехал? Обожаю водить. Документики ваши можно? За собой слежу, спортом занимаюсь. Ваш заказ, пожалуйста. Мой брат на каждый день рождения дарит мне скидочные купоны. А однажды... Реально? Реально. Там больше половины. Ты мой парень. Ты же не тонкая. Ты же черствая. Тебе вот в своем МФЦ сидеть и печати на снимках ставить. Мне сказали, что в МФЦ можно получить ЭЦП. Только в ГБУ МФЦ подсал. Прописка или регистрация нужна? Нужна. У вас выписки из ЕГРН нет. Горите вы все в аду. Я ухожу и больше мне не звони. Привет, королева. Поздравляю. Тестов больше нет. Вы беременны, смиритесь уже. Жопа. Это я не вам. От мужиков одни проблемы. Ладно, ну что? Я все ей рассказал, что мы переспали. Жене. И ты сейчас убью! У вас все хорошо? А! Вы видели? Она живая, она моргнула. Да. Так она умрет у вас так? Да. С новосельем, Маркашенька. Почему ты не можешь быть, ну, просто нормальной? Да потому что быть нормальной до смерти скучно. Такие девушки, как звезды, что светят в небе до утра. В одну из них легко и просто влюбиться раз и навсегда. Вообще? Но если ты обычный парень, тебе не светят никогда. Такие девушки, как звезды. Такие звезды, как она. Привет, это деда. Ну, папаша, ты, я надеюсь, счастлив. Папаша же есть, да? Не торопись с детьми. Побереги свои титечки. Мои примерно вот здесь.